Здравствуйте, добро пожаловать на канал Нагалина Джиори. Меня зовут Елена, и я занимаюсь созданием украшений ручной работы. Сегодня у меня распаковка, очень интересная, я считаю. Все покупки с сайта AliExpress, и это все камни. Вот, покупки здесь от очень недорогих до, ну, в общем, не то, чтобы они все дорогие, просто совсем, есть совсем недорогие, а есть такие средние. В общем, так, давайте начну. Начну я снизу вверх. Вот, смотрите, взяла я лаву. Ой, господи, все убегает. Так, взяла я лаву. Лава светлое золото и светлое серебро. Я ее как бы так помаленьку подкупаю. Разные размеры. Ну, вот основные такие самые ходовые у меня это 6 мм и 8 мм. Ну, вот, собственно, взяла. Очень они красивые. Прям, ну, красивые. Я не знаю, кому она не нравится, вот эта крашеная лава. Очень она хорошо смотрится, хорошо носится. Прям вот, знаете, вот это светлое серебро, оно прям как фольга. Ну, вот, посмотрите, как оно вот, да? Здорово. И светлое золото. В общем, довольно. Хорошие покупки. Такие. Ссылки, как всегда, оставлю внизу под видео. Ой. Найс. Так, следующая покупка, это я взяла садолит. Садолит 4 мм и 6 мм. Он был совсем-совсем недорогой. Ну и, как бы, видите, качество у него такое. Как бы, ну как такое? Здесь очень много белого. То есть я не против была совсем этого. Поэтому я его взяла. Если вот нужен, конечно, более синий садолит, он и дороже, я так понимаю. Вот, но это нужно тогда искать другую позицию. А вот если нужен вот такой светленький, вот оно хорошо. Смотрите, я почему его взяла. Я еще взяла голтовку. Голтовку я взяла вот такую, видите? Она тоже такая более светлая, что ли. Вот. И еще я взяла вот эти кабошоны тоже с AliExpress. Видите, тоже они очень светлые, здесь больше белого. То есть я это покупала вот так вот все вместе, заказывая, ну, у разных продавцов, но тем не менее, вот так вот я это брала. С учетом, что это все будет, наверное, в одном украшении у меня как-то так. Так что, вот если вам нравится именно такой, нужен такой вот светленький, за небольшие деньги, вот, пожалуйста, можете пройти по ссылкам, посмотреть. В общем, так. Следующая у меня тут голтовка лабрадорита, вот, и голтовка розового кварца. Вот смотрите, лабрадорит это была большая длинная нитка 32 дюйма, розовый кварц был обычные ниточки по 15 дюймов. И смотрите, лабрадорит совсем, ну вот видите, какие они такие небольшие, эти сами чипсы, да, а розовый кварц тут я брала два размера, вот поменьше и вот побольше. В общем, в принципе, я довольна. И тем, очень довольна. Вот это, кстати, очень такой, ну, аккуратная голтовка, кстати, у этого розового кварца. Симпатичный. А лабрадорит, вот посмотрите внимательно на эту голтовку. Вот мне кажется, что она очень даже хороша. Но, честно говоря, в ней иризации больше, чем в некоторых бусинах, которые я брала в несколько раз дороже. То есть, ну, мне кажется, очень даже неплохо. Да? Вот напишите, что вы думаете. Я вот, честно говоря, кстати, я как-то вот поняла, что с голтовкой меньше разочарований как-то бывает даже иногда. Просто она настолько недорогая, и вот, ну, не знаю, так интересно смотрится иногда, что даже от нее больше радости, чем от бусин иногда. Ну, не знаю, это, наверное, мои личные какие-то эти имхо. В общем, хорошая голтовка, я довольна. Так. И следующая позиция. Смотрите, следующая позиция, это я взяла по две ниточки 4 мм вот, и 6 мм индийский агат граненый. Это я его взяла по ссылкам Татьяны Дубинской. Посмотрите, какая прелесть. Вот эта покупка меня прям порадовала. Вы посмотрите, он был совсем, он был очень бюджетный, но посмотрите, какой он красивый. И вот эти маленькие бусинки красивые. И вот эти покрупнее, ну, очень красивые. Такой вот он весь красивый, аккуратный. И вот
весь спектр вот этих цветов, вот смотрите, от лилового, фиолетового, такого коричневатого, все оттенки зеленого, ну просто. Ну вот этот я прям вот, Татьяна ему пела хвалебные отзывы, я тут вот пошла и это взяла тоже. Ну и пошла, добавила себе в корзинку и потом заказала. Ну, красота. Вот, довольна я. Рада, что сразу взяла по две нитки, потому что хорош. Так, следующие, получается, 4 позиции. Это из магазина Мейхан, всеми нами любимого. Ну вот, смотрите, взяла я гранат. Гранат маленький, 4 миллиметра, 5 ниточек. Посмотрите, хорошенький, красивенький. Вообще, мне пока что с гранатом, кстати, пролетов не было. Вот, красивый, мне он очень нравится. Вот он прям, ну, гранатового цвета, гранат. Так что довольна. Вот. Взяла я еще себе лабрадорит. Лабрадорит симпатичный. И вот знаете, что смешно? Он пахнет шампунькой. То есть то ли его как-то помыли, может, он какой-то пыльный был, его помыли. Но, в общем, он пахнет шампунем. Ну, неплохой. Я не знаю, мне кажется, я еще вот не видела, не держала в руках бусин лабрадорита, чтоб я прям сказала, вау. Кабошоны были у меня хорошие, а вот бусин что-то, ну, симпатичный, он очень светленький, видите, красивый. Вот. Может, конечно, эта нитка синяя внутри его портит, не знаю. Но неплохо. Вот, это 3,5, по-моему, миллиметра маленькие такие бусинки, тоже тут 4, о, нет, 5 ниток, 5 ниток. Ну вот он неплох. Есть стеризация здесь, стеризация есть однозначно, почти в каждой бусинке, ну, может, в каждой, просто где-то больше, где-то меньше. Ну, такой. Просто он не очень ярко играет, но красивенький тоже. Так, ну и еще одна позиция, вот это очень, кстати, интересно, я такое еще не видела. Ой, как же он? Думатриерит, по-моему, это называется. Я внизу название напишу. Посмотрите, какой интересный камень. Посмотрите. У меня такой был кабошон. Он, к сожалению, далеко. Я не буду сейчас его искать. Но, в общем, там оттенки, знаете, от такого серо-коричневого до темно-синего. Вот через голубой. Ну, очень красивый оттенок такой. Мне очень нравится такой синий. Знаете, чем-то похож на садолит. Вот, кстати, сказать. Вот, именно вот этот синий цвет. Вот, но он такой немножко еще крапчатый, как бы. Но я думаю, это видно вот на бусинках. Там было всего 2 нитки, 8 миллиметров. Я вот решила взять, попробовать. И прям очень довольна, что взяла. Мне такой голубой, синий очень прям нравится. Довольна. Так, я пытаюсь так хорошо показать вблизи, чтобы вот если кто интересовался... Вот посмотрите вблизи, как оно выглядит. Мне кажется, очень интересный камень. Достойный, красивый. Так, и еще одна позиция. Это тоже камешки-малышки. Так, 6 миллиметров. 6 миллиметров. Это яшма. Пейзажная яшма. Просто 6 миллиметров. Маленькие. 6, да. Слушайте, я вот сейчас думаю. 6 миллиметров маленькие бусинки. Вот. Слушайте, я 4, господи, 4. Вот что я. 4 миллиметра это бусина. В общем, следующая позиция это вот смотрите. Пейзажная яшма, 4 миллиметра, 5 ниточек. Вот сейчас так вот попробую показать вблизи. Ну, мне она понравилась. Она правда пейзажная. То есть она, ну, такая вся крапчатая, красивая. Аккуратные бусинки, я довольна тоже. Очень приятная покупка. В общем, я скажу так, мне вот этот весь заказ мне прям понравился. Ничего не разочаровало. Садолить я так и хотела, светленький. Голтовка замечательная оказалась. Вот, кстати, знаете, давайте сделаем так. Я сейчас положу вот этот... Лабрадорит граненый и вот эту вот голтовку. Ну вот посмотрите. Ну какая красивая голтовка оказалась. Вот она же тоже вся переливается. Посмотрите, она светленькая какая. В ней черного почти нету. И она вся светится тоже. В общем, я довольна.
короче, голтовка хорошая. Вот этот агат просто чудесный, просто, ну вот красивый. Когда распаковывал, меня даже муж спросил, что это такое красивое. Он редко комментирует камни, но вот этот ему понравился. И, ну и Мейхан, конечно, обычно хорош. Ну вот, если вот эти покупки, там яшма, гранат, лабрадорит мы знали, то вот этот думатриерит мне прям... мне понравилось. Будет интересно с ним что-то сделать. Так, ну вот. Я как Кощей, честно. Сокровища свои лапы. Ну что ж, большое спасибо за внимание. Я надеюсь, это видео было вам полезным. Надеюсь, я уберегла вас от ненужных покупок и сподвигла на нужные. Удачного вам шопинга и вдохновения, здоровья. И увидимся с вами в следующем видео. До свидания.